Друзья, у меня сегодня праздник. Я пришел на свидание с одной из прекраснейших муз. Правда, ее имя вы не найдете в древней мифологии, но я уверен, что она в сердцах многих из вас. Она старомодна и современна. Она сегодняшний день и будущий, потому что возможности ее безграничны. Она одна из наиболее веселых муз, с искрящейся музыкой, с шутками. Ее сравнивали с шампанским. Ее называли веселым порохом искусства. Надеюсь, я не опоздал? Мой верный поклонник, вы опять со мной. Да, я вновь здесь, чтобы слушать ваши прекрасные мелодии. Итак, кто же прославит вас сегодня? Мой отец. Жак Оффенбах. Я родилась 5 июля 1855 года. Моя колыбель – первый театр оперетты на Елисейских полях. Оффенбаховский «Буф Паризьен». Прекрасная Елена. Парижская жизнь герцогини Геральштейнская. Сказки Гофмана. Перекола. О, Перекола. Нежное лирическое начало, и тут же бурный канкан, сатирические куплеты и искрометные музыкальные шутки. Со дня рождения Переколы, а было это в 1866 году, Оффенбаха стали называть Моцартом Елисейских полей. Зала, бери ешь, пока не лень, а ведь с тобой.
стану знаменитой, я стала благодаря музыке Иоганна Штрауса. Ах, я любила его со всем пылом первой страсти. Его вальсы кружили голову всему миру. Слава Жака Оффенбаха побудила его взяться за оперету. И вот в театре Андервин, в том самом театре, где звучала музыка Моцарта, Гайдна, Бетховена, взвилась летучая мышь Иоганна Штрауса. Помню, как-то раз, лето поздний час, по улице шла я одна. Ночь была темна и едва видна среди облаков луна. Вдруг слышу я полный звеня, догнать кто-то хочет меня. Утверждение жизни, упоение ее радостями, лирику светлую, солнечную. Без этой музыки мы были бы с вами беднее. А как любила его Вена 15 октября 1884 года отмечала 40 лет с того дня, когда Вена впервые услышала Штрауса. Да, и вся Вена праздновала это событие. На торжественном юбилейном представлении в театре Андервин впервые появился Шандор Баренкай. Цыганский барон. Хочу вас всех, друзья, обнять, ведь я на родине опять, как прежде яркие небеса, все те же старые леса. И дальний водопад звенят, как старь приветствует меня, все так же полдень зноем дышит. Все те же аисты на крыше, шатры, кибитки, балаган, богатство пестрое, цыган, что с незапамятной поры обходят замки и дворы, чтоб нам о будущем гадать и дамой пиковой курать. Счастлив вполне.
Позвольте, где же дом? Быть может, дальше за холмом. Но я не помню, что гора скрывала башни флюгера. Здесь был разбит английский сад, а дальше высился фасад. Над ним баронский герб старинный, корона, меч и два павлина. С тех пор минуло 20 лет, но должен быть от замка след. Два дуба, старая ветла, а дом разрушился дотла. Лишь груда рухнувших камней, останки вотчины моей. Да, прошло много лет, я объездил весь свет. Весной 1891 года юный военный капельмейстер Ференц Легар приветствовал короля вальсов Иоганна Штрауса на празднике, устроенном в его честь. Несколько мгновений они стояли друг против друга, настоящие и будущие опереты. Но никто из них и из сотен зрителей в тот вечер не почувствовали значительность момента. Великий маэстро не мог знать, что перед ним будущий автор «Веселой вдовы», «Графа Люксембурга», «Цыганской любви». Да, Легар отнял у опереты уютную патриархальность, простодушное наивное веселье старой Вены. Его современники говорили, что есть три рода театрально-драматической музыки: опера, оперетта и Легар. Не знаю, в чем секрет, но все мне так и смотрятся. За мною на полу следят и ловят каждый взгляд, его любви вернет. Не знаю, в чем тут суть, но стоит на людей взглянуть. Как за грустью по мне и при луне вздыхают, как и волшебном сне. Oh,
Джудита. Да. Премьера этого спектакля состоялась 20 января 1934 года в Венской опере. Это была последняя Легаровская премьера. Спектакль прошел пышно, но все это чем-то напоминало роскошные похороны. Да, пожалуй, так оно и было. Ведь Джудитой заканчивался не только творческий путь Легара, заканчивалась целая эпоха искусства. Блестящая пара расцвета венской опереты. Это ее венскую оперету хоронили в этот вечер с таким ликованием, с криками «Бис» и «Браво!», ибо на звездном небосклоне опереты уже засияла еще одна ослепительная звезда. Родные джунгли, горы, шепот рек, о Баядера, о Баядера, теперь тобой пленен раджами навек. Бледная луна с небес глядит, тихая струна вдали звенит, музыке послушно, сказочно воздушно, Баядера в танце парит. Золотом покров на ней блестит, тайну юной прелести хранит. Все ее движения, чудо вдохновения, и за нею песня летит. Баядера, для меня ты мечта. О, Баядера, ты сама красота. Один твой нежный взгляд, и сразу я могу, как будто мне достался вдруг не смертный клад. О, Баядера, я страдаю, любя. О, Баядера, дни пусты без тебя. И сердца не твое, хочу признаться я. Имре Кальман. Самое громкое и самое спорное имя опереты. Им восторгались. И его проклинали. Но Имре Кальман – новая эра в оперете. Так же, как и Легар, он широко использовал музыкальный колорит разных стран. Но остался при этом прежде всего венгерским композитором. Да, он был создателем, основоположником венгерской опереты. Сильва. Утонченная, мелодичная. Да здравствует любовь. Она же княгиня Чардаша, она же Сильва, она же, наконец, королева Чардаша. Но как бы ее ни называли, это, безусловно, оперетта номер один. Да. Можно совсем не знать опереты, можно не любить ее и бравировать этим, но не знать Сильвы... Такого не бывает.
Лучших своих сестер я нашла в оперетах Кальмана. Марица, Бейдера, Сильва. Благодаря музыке у каждой из них свое лицо, свой характер. И вот в театре Андервин, там, где раньше царили герои Штрауса, теперь воцарилась графиня Марица. Thank you.
прекрасно. И все же, знаете, все эти графини, графы, князья, бароны, все эти роковые страсти, внезапные встречи, разлуки, знаете, как-то невольно мечтаешь о простом человеке, о простом напеве. Ну что ж, давайте тогда отправимся в парижскую мансарду, чтобы вдохнуть аромат весны и поэзии, чтобы встретиться с простым, трогательным сердцем фиалки Монмартра. Полевой букет,
актриса цирка. Мелодии ее щедры, а выходная ария циркового артиста мистера Икс – подлинный шедевр творчества Имре Кальмана. Часы бегут, готов на выход я, но не зовет меня. Имя прекрасное и противоречивое. Истинно венгерский композитор, певец Парижа, который стал его последним домом. А какое разнообразие мелодий и ритмов? Вот посмотрите, фокстрот, шимми, рэгтайм, чисто американский танц. Ритмы народной музыки Америки, а как органично они вплетаются в его опереты. А американские композиторы? Послушайте, в их оперетах чувствуется влияние Имре Кальмана, традиции венской школы.
Розмари. Oh,
Сегодня мы вспомнили Розмари. В 1924 году ее написал Фримль вместе со Стотгартом, знатоком индейского фольклора. В ней подлинные индейские мелодии удивительно сочетаются с элементами джаза. О нежной большой любви, о глубокой страсти поет герой опереты Джим. В стране золотой, объятый мечтой, от нежных чувств весенних светит. Я девушку встретил, как свет зари, прекрасна ты, Розмари. Солнце луч средь мрачной темноты, лишь о ней все грезы и мечты. Цвет огнушистых прерий, твой смех нежней смирений, а сад твои, как небо голубое, родных степей отважно колбая. Ой, солнце орёт и манит, а и пусть этот сон опал, как много чар твоём в прелестном взгляде, прекрасней песней в канаде. Огутенный зной и сумрак ночной в луча зари час заката. Ею объята в глуши лесов, о ней шепчет ветер без слов. Солнце луч ее прелестный взгляд, сонный птиц о ней же говорят. Цвет нежней сирени, глаза твои, как небо голубое, родных степей отважно колбая. Ой, солнце орёт и манит, а и пусть этот сон обман, как много чар твоём в прелестном взгляде, правит любовь в оперете, и как истинный ее герой я восклицаю. Я люблю вас. Люблю как Парис, как Эдвин, как Раджами, как Рауль, как 40 000 влюбленных, подаривших миру чудесные мелодии опереты. Ах, мой милый поклонник, наше путешествие в мир опереты заканчивается. Я хотела бы напомнить вам мелодии, которые прозвучали сегодня. И если позволите, назвать их исполнителей. Солистка Академического театра оперы и балета имени Кирова Ирина Богачева. Молчи, молчи, ты силой души обожаю. Кажется, жить не могла без тебя.
меня ты мечтал. Солист Академического малого театра оперы и балета Юрий Марусин. И сама красота, один твой нежный взгляд, и сразу я богат, как будто мне достался вдруг несметный клад. Да, да, прошло много лет. Солистка Большого театра Союза СССР Галина Калинина. Солист Академического малого театра оперы и балета Сергей Лейферкус. Как они от меня далеки, далеки. Бетон души стыкурели, мой смех нежней сирени. Твои, как небо голубое, родных степей отважила колбоя. Солистка Академического театра оперы и балета имени Кирова Галина Ковалева. Артистка Ленинградского театра музыкальной комедии Зоя Виноградова. Артист Академического театра комедии Валерий Никитенко. И артисты балета Ленинградского государственного мюзик-холла прощаются с вами. До свидания. Всего вам доброго.